Столичная ГИБДД проводит рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями маршрутного транспорта. Проверки вызваны частыми авариями и нарушениями с участием столичных автобусов. Сюжет Виталия Абрамова. Практически все разговаривают. Вот 17-й автобус едет, разговаривает по телефону. Василий, 398 номер. Значит, практически все разговаривают по телефонам. Не включают сигналы поворота при отъезде от остановки. Ну и другие нарушения. Зафиксировать нарушения на видео дорожные полицейские решились из-за того, что трудно доказать на первый взгляд мелкие нарушения. Подумаешь, разговариваешь по телефону за рулем. А между тем, только с начала года столичные водители автобусов нарушили правила дорожного движения более 500 раз. И это только официальные данные. Сколько раз на самом деле, не знает никто. Последнее громкое ДТП с участием автобуса произошло неделю назад. Тогда в больницу доставили 7 человек. Виновник отвлекся от дороги. Во время сегодняшнего рейда автоинспекторы сначала фиксировали нарушения на видео, затем передавали данные нарушителя оперативникам, находящимся на конечной остановке данного маршрута. Там и задерживали нарушителей. В основном разговаривает во время езды разговаривают по сотовому телефону. Так, а также некоторые вот есть технические неисправности. Нарушители пытаются отнекиваться, но видя доказательства содеянного, начинают излагать свою версию. Вот вы едете, вы разговариваете по телефону. Нет? Не согласны? Каюсь. Таким образом, только за первые полчаса рейда было зафиксировано несколько десятков нарушений. Данный водитель вот разговаривал по телефону, сейчас вот его оформляют. Мы им вручаем также вот такие вымпела. Напоминают, что не болтай за рулем. Также сотрудники ГИБДД напоминают, что общение по телефону за рулем без специальных гарнитур влечет за собой штраф в размере 1500 рублей. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.